Привет! В этом видео я хочу вам показать красивую прическу, которая подойдет на торжественные мероприятия. Всем желаю приятного просмотра! Для начала выделяем вертикальный пробор до середины уха с одной стороны и с другой стороны. Далее горизонтальным пробором выделяем верхнюю затылочную зону. Остальные волосы на затылке собираем в хвост. Попрядно начесываем волосы хвоста. Начес делается классический, начесывается полностью вся прядь волос. Обязательно каждую прядку фиксируем при помощи лака. Не бойтесь делать начес, если вы его делаете правильно, то волосы легко потом можно будет расчесать. Каждую начесанную прядь распределяем, делаем ее плоской. Сглаживаем верхний слой волос, фиксируем лаком, провожу рукой. На правую ладошку я наматываю волосы хвоста и сворачиваю в трубочку. Формируем валик. Старайтесь скручивать достаточно плотно. Волосы скручиваем до основания хвоста и начинаем тянуть правую и левую сторону вверх. Мы должны получить форму полукруга. Фиксирую шпильками для волос. Далее перехожу к волосам верхнего затылка и делаю тупировку. Буквально 2 сантиметра от корней. Обязательно фиксируем лаком. Распределяем волосы верхнего затылка. Я сделала текстуру. И дальше начинаю укладывать красиво волосы на валик. Скручиваем их в трубочку и закрепляем при помощи шпилек. То же самое делаю и с правой стороны. Переходим к лицевой части, делаю боковой пробор, укладываю волосы боковых зон. Прорабатываю текстуру. Заметьте, что текстуру я делаю без воска спрея. У меня в руках обычный лак профессиональный, фирма Capus Studio. Лак средней фиксации. Я решила вам показать вариант без воска спрея. Только нужно брать лак обязательно не сильной фиксации, а какой-нибудь мягкой, либо средней. И также волосы боковых зон скручиваем в трубочку. Красиво укладываем в форме качели. Прорабатываем текстуру, фиксируем лаком и закрепляем шпильками. Перехожу к правой стороне, выделяю диагональный пробор, тяну прядочку кверху, фиксирую лаком, ставлю красиво волосы у лица, растягиваю в технике качели и увожу назад. Заметьте, что я использую спицы. Они являются подпорками. Благодаря этому вы сможете тянуть прядочки выше. Перехожу к следующей прядке и снова выкладываю красиво в технике качели. Закрепляю шпильками. В этой технике работаю до конца. Ребята, ну вот я и закончила нашу шикарную прическу. Мне она безумно нравится. А как вам? Напишите свое мнение в комментариях. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!